нами чемпионы, победители первенства России до 22 лет, мужская команда Москвы. Ребята, вы только что, ну, в очень сложном матче, сами создали себе трудности, их преодолели, 3-2, переиграли Свердловскую область. Ну, расскажите, как удался финал? Да все удалось, самый главный итог. Самый красивый на табло, да? Это ну, конечно, главный итог, главная цифра в протоколе. Больше ничего не нужно. Да, ну, поборолись, это было поджидаемо. Финал – это всегда отдельные игры, это, ну, отдельный мир. Поэтому, в принципе, ожидали какую-то борьбу, и, ну, так произошло. Ну, главное, мы победили. Влад, вы играли решающую встречу, принесли заветное третье очко. Как ваша игра складывалась последняя? Честно, я не очень хотел играть решающий матч. Я был уверен на 100%, что Максим выиграет свой как бы матч, потому что он, ну, не то что всегда Мицафина, да, Дамира. Не то, что всегда выигрывает его, но по игре там не скажешь, что Дамир может выиграть. И немножко в конце, да, меня заклинило, потому что в прошлом году я проиграл Илье Конюху в первой стадии первенства России до 22 лет. И меня немножко, да, заклинило. Вспомнили, что было год назад. Да, скорее всего, я вспомнил. Вот 9-4, это 9-5, по-моему, я вспомнил это. И я тогда подвел Царство Небесное Ларису Анатольевну очень сильно. И из-за этого... Наш тренер Раиса Тимофеева, да, мы помним ее. Да, и чуть заклинило меня. Слава богу, повезло, при 9-6 Илья Конюхов не забил свечку. И вот только это меня и спасло. Это да. Сет нет, а потом-то, в общем, нарастили, как это, обороты. Да, но потому что я не мог подвести. Мы играем в своем городе, в себя дома. Я не имел права в решающем матче проиграть. Плюс я обещал вчера сестре, что я принесу завтра золотую медаль. И как бы сегодня днем. И сегодня днем, да, обещал ей. И обещание свое сдержал. Дим, вы дебютировали за Москву. Как ощущения? Команда прекрасная. Меня поставили на финальный матч, но сильно переволновал. Страшно было? Да, какое-то волнение поймал сразу. С Кабуркиным играли до этого несколько раз, и последний раз-два я выиграл. Поэтому сейчас хотелось что-то доказать, поэтому играл скованно. С китайцами было в Дурбане легче? Это все разное, это другие соревнования, поэтому не надо сравнивать здесь. Ребят, ну вы все молодцы, я вас поздравляю. Вы сильнейшая команда страны до 22 лет. Впереди личные соревнования. И, ну, три года, да? Подряд. Замечательное уточнение. Ну, я вам желаю продолжать эту эстафету и дальше. Кто по возрасту не выйдет, да. Ребят, удачи вам во всем и в личных соревнованиях в первую очередь. Спасибо.